لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Сегодня один из дней священного праздника Курбан-Байрам. И я от лица съемочной команды телеканала ННТ в Саудовской Аравии хотим поздравить всех вас с этим священным праздником, праздником милости и щедрости, и пожелать принятия всех ваших жертвоприношений. А мы сегодня с сотрудниками хадж-компании Марватур и представителями благотворительного фонда Инсан находимся недалеко от Мекки на животноводческом рынке, чтобы совершить обряд жертвоприношения от имени наших паломников и тех, кто их уполномочил. Друзья, вот то место, где происходит забой жертвенных животных наших дагестанских паломников. А у нас здесь сегодня заместитель директора благотворительного фонда Инсан Рамазан Джаватханов. Ассаламу алейкум, Рамазан. Как проходит у нас процесс? Что мы сегодня делаем? Бисмилляхи рахмани рахим. В первую очередь хочу поздравить всех мусульман и особенно дагестанцев с великим исламским праздником Ид аль-Адха. Пусть Всевышний Аллах примет все наши хорошие деяния. Вот в данный момент мы находимся в бойне. Хвала Всевышнему Аллаху. Работа нелегкая, но мы справились, иншаллаху рахман. Большинство работы уже завершено. Здесь у нас работает, в смысле бойни, более 200 человек. Это самое. Подготовлено более 5 рефрижераторов, холодильников. А что за породы жертвенных животных? Я вижу здесь очень много разных пород. Какие породы наших дагестанских паломников? Наши дагестанские паломники, мы, иншаллаху рахман, с помощью Всевышнего Аллаха купили. Порода называется бербери. Голова у них черная, а туловище белое. Здесь, насколько мне известно, их не видно. Мы уже один час уже направили в бойню. Небольшие и не маленькие, среднего формата барашки. Бисмиллахи рахмани рахим. Иса, уаккилука ани лязи ваккалуни бизабхи узхияти ам Башир бину Хусейн. Кабальта. Друзья, мы сейчас приехали в один из самых бедных районов Мекки, а называется он Какия. Здесь не проживают мекканцы, здесь проживают, конечно, мигранты, беженцы, которые перебрались сюда, спасаясь от бедствий, от притеснения, от угнетения. Но уровень жизни у них, конечно, вы можете сами видеть, в каких условиях они живут. Условия жизни оставляют желать лучшего. Поэтому они входят в ту категорию людей, которым предусмотрена выплата заката или же мясо с курбана и многих других пожертвований, чем, собственно, мы сегодня и занимаемся. Сегодня мы приехали очередной раз в один из бедных районов Мекки для раздачи мяса, жертвенного мяса курбана. Сегодня мы раздали более 3,5 тонн мяса. Сегодня у нас был последний день приема заявок для жертвоприношения курбана. И сегодня мы как бы завершаем жертвоприношение, так как этот день последний день, когда можно резать курбан. Лака валь мульк, ла шарика лака лаббейк.